Всем привет, с вами Мейз, и сегодня я покажу, как скачать мега взлом на Gunstar Vegas. Чтобы его скачать, нам понадобится две программы. Это Happy Mod и HyperTorrent. Вот они. Заходим в Happy Mod. Ждем, у меня долго грузится. Рекламу пропускаем. И вот тут открывается такое приложение. Пишем в поисковике Gunstar Vegas. Английскими буквами. Выбираем самый первый. И самый первый мод. Вот тут написано последняя версия. И тут будет как бы две кнопки. Скачать обычно и скачать быстро. Выбираем быстро. Потому что первая она не работает. Затем выходит как бы приложение Happy Mod заставляет как бы скачать HyperTorrent. Вы его скачиваете, у вас начинается загрузка. Вот, допустим, я уже скачал, нажимаю кнопку Open. Все, выходит все, что я скачиваю, начинается распаковка. Включу, когда закончится. Загрузка довольно-таки долгая, ну, потому что приложение весит 2 гига. Все, я скачал, нажимаем установить. Это когда распаковка пройдет, у вас пока не будет выходить это диалоговое окно. Вы просто ждите. И не пугайтесь то, что тут китайские иероглифы, это нормально. Это не вирус, не троян, ничего, тут нету такого. Все, пошла установка. Ссылку на Happy Mod я оставлю в описании. Так что не надо будет писать или искать, где можно скачать этот Happy Mod. Насчет мода. Почему он мега-мод? Это связано с тем, что... Сейчас я зайду. А, еще самое важное. Выключаем интернет. Не заходите. Не заходите в Gunstar Vegas. Выключите интернет, только потом зайдите. Если вы зайдете с интернетом, то вас сразу забанят. И вы даже потом перезайти не сможете. Вам придется заново скачивать. Так вот, почему же это все-таки... Мега мод. Это связано с тем, что если вы скачаете, например, обычный мод в браузере и напишите там взлом Gunstar Vegas, то там будет как бы обычный взлом, то есть VIP 10 уровня, там бесконечная валюта и так далее. Но там будет довольно-таки мало вещей. Зато вот в этой версии тут весь контент разблокирован, даже донатные машины. Оружие, костюмы, экзоскелеты. Тут даже акционные предметы есть. То есть это, например, инетоскреб, там капут, лазурный дракон. Вот это вот все, что было в ивентах. Если скачать обычную зонку, там такого не будет. Вот что мы тут делаем. Тут еще не забудьте включить русский язык. Ну, если хотите, то можете и так погонять. Вот. Дальше будет чисто геймплей на этой взломанной версии. Кто хочет, тот может смотреть. My jumpsuit is unsteady. I'm lighter when I'm
weird is on the low. East is up, I'm careless when I wear my rebel clothes. East is up, when bishops come together, they won't know that demon don't control us. Demon don't control. East is up, I'm fearless when I hear this on the low. East is up, I'm careless when I wear my rebel clothes. East is up, when bishops come together, they won't know that demon don't control us. Demon don't control. I'm heavy, my jumpsuit is unsteady. I'm lighter when I'm lower, I'm higher when I'm heavy. Oh, I'm so high, my jumpsuit takes me so high.
careless when I hear this on the low. East is up, I'm careless when I wear my rebel clothes. East is up, when bishops come together, they won't know that demon don't control us. Demon don't control us. East is up, I'm fearless when I hear this on the low. East is up, I'm careless when I wear my rebel clothes. East is up, when bishops come together, they won't know that demon don't control us. Demon don't control us. I'm heavy, my jumpsuit is unsteady. I'm light.